Это Roku Media Player. Он сделает обычный телевизор умным и добавит туда Netflix, YouTube, Spotify и еще тысячу фильмов и сериалов, мультики и телеканалы в приложении «Картина ТВ». А как им пользоваться? Спросит ваша мама. Просто подключите Media Player, зарегистрируйте свой аккаунт на сайте Roku и установите дополнительное приложение «Картина ТВ». Смотрите там, где удобно, взяв Media Player с собой. Подключите к телевизору Roku. Вам понравится!